Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В рамках этой даты в Нефтекамске прошла акция под названием «Сердечный маршрут». В этот день на тропе здоровья собрались те, кто постоянно следит за состоянием своего организма и заботится о самочувствии. Мы встречаемся каждую неделю, каждую выходную, субботу. А зимой мы постоянно выходили на скандинавскую ходьбу. Желающих много. Так, где-то 50 лет и более, самая молодая, в кавычках, 73 года у нас женщина. Старшее поколение и молодежь, ведущие здоровый образ жизни, провели совместную зарядку и прошли 10 тысяч шагов. К прогулке присоединилась и врач-кардиолог Мария Уварова. Желающие смогли побеседовать со специалистом в неформальной обстановке и задать ей интересующие вопросы по теме сердечно-сосудистых заболеваний. Собрались все неравнодушные к своему здоровью люди, пенсионеры, волонтеры, студенты. И мы пойдем в сопровождении врачей. Сегодня это врачи, руководители поликлинических отделений. Заведующая первой поликлиники Мария Александровна, она же кардиолог, заведующая второй поликлиники Галина Ивановна и также представители отдела медпрофилактики. После разминки в лесу мы будем отвечать на все интересующие вопросы горожан. В пешей прогулке на свежем воздухе приняли участие около 50 человек. Каждый из участников остался доволен встречей и с удовольствием провел время в общении с единомышленниками. Организаторы акции «Сердечный маршрут» надеются, что это мероприятие станет традиционным и полюбится горожанам. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».